Очередная встреча с жителями прошла в Мытищах в рамках реализации программы «Умная коммуникация». Лидер общественного мнения Егор Феоктистов выслушал вопросы мытищинцев, проживающих по адресу Коллективная, 21. В следующем году этому дому исполнится 85 лет. На встрече удалось поднять несколько вопросов. Капремонт фасада и кровли, замена забора и опиловка деревьев. По инициативе главы городского округа Мытищ Юлии Олеговны Купецкой, в соответствии с принципами губернатора Андрея Юрьевича Воробьева, «Житель всегда прав», Мытищ реализует программу «Умная коммуникация». Было принято решение осмотреть для ремонтной пригодности лестницы внутри дома, да, о замене ограждения, вот, как мы с вами видим, вот, штакетника, который у них есть, жители попросили его поменять, это тоже все это будет выполнено, да, и по поводу кровли. Значит, мы на все взяли неделю. За неделю мы все разберемся и все сделаем. Всего в доме 8 квартир, поэтому активными участниками встречи стали почти все жители. Они отмечают, что благодаря формату общения, который предполагает умная коммуникация, удается эффективно решать вопросы ЖКХ и благоустройства. Это отражает главный принцип губернатора Андрея Воробьева – житель всегда прав. Что значит родиться в этом доме? Ну, он родной, и хорошо нам живется в том плане, что мы большие квартиры. Сейчас сдвинулось у нас действительно, потому что текла крыша. Сейчас благодарна тому, что администрация вмешалась и нам какая-то помощь оказывается. Надеемся, что нам и фасад поменяют, и немножко благоустроят двор. По итогам встречи жители подписали протокол, куда внесли дополнительные пожелания. Реализованы они будут в ближайшее время.